Филипп Александрович, возобновляем первенство матчем против «Динамо-2». Соперник известный для вас. Что скажете о нем? Соперник известный, соперник хороший. Поэтому будет вдвойне интересно посмотреть, на что мы способны, как мы готовы. Достаточно неплохо провели подготовку на сборах. Вот. Делали много из чего задуманного. Вот, к сожалению, немножко косили нас небольшие травмы, но часть ребят уже восстанавливается, есть кем заменить, это радует. Вот, поэтому готовимся к этой игре и ждем ее очень с нетерпением, потому что долгий простой был, такой, ну, долгая подготовка была. А сейчас входим в чемпионат уже с новыми эмоциями, с новыми силами. Поэтому еще ждем этой игры. Это самая долгая пауза в рамках одного чемпионата в вашей тренерской карьере или нет? Ну, я думаю, да. Такой долгой паузы у нас не было, такой долгой подготовки не было. И первый сбор у нас такой длительный был, месяц мы выходили из институции. Вот. И, ну, новый опыт, новый интересный момент, положительный. Я считаю, что сбор прошел. Поэтому, а сейчас уже чемпионат оценит, насколько, как мы готовы, как мы подготовились. По сбору после месяца в Турции, тяжело ли дался вот этот вот переход уже к московским реалиям, к московским условиям? Ну, я думаю, что неделя прошла на адаптацию с погодными условиями, с искусственными полями, вот, с рядом травмированных футболистов. Ну, сейчас уже все готовы, большинство ребят готовы, поэтому посмотрим. Сборы, это еще раз, сборы мы неплохо провели, товарищи Тигры неплохо провели, но чемпионат это все-таки другое что-то, да, это соревновательный момент, где волнение идет, где соперник тоже желает выиграть там, не хочет проигрывать каждый матч, поэтому здесь мы будем отталкиваться от каждой игры и хотеть